Они называют друг друга девчонки, хотя у каждой из этих женщин свое дело – фирмы, агентства, магазины и производства. Ирина Карандаева занимается разработкой брендов для различных фирм уже 18 лет. Признается, что в своем деле она может реализоваться полностью. И если женщина этого не боится, а мне кажется, сейчас уже никто не боится быть женщиной в бизнесе, то открыты все двери, главное идти, главное получать какие-то дивиденды с этого. На конференциях бизнес-леди обмениваются опытом, консультируются с юристами и социологами и просто отдыхают. Кроме деловых достижений, обсуждают общественную работу, помогают многодетным семьям, пожилым людям. В этом году провели несколько экологических акций, высадили 5000 цветущих кустарников. Такие встречи проходят два раза в год уже 25 лет. Знаете, чем она хороша? Что женщины садятся на теплоход и не могут вечером уехать домой и кормить своих детей и мужа. И поэтому, когда мы нашли эту форму конференции, она прекрасна. Пока теплоход отходит от причала, можно расслабиться, даже спеть. Вопреки расхожему мнению, что женщины на корабле к несчастью, пассажиры этого судна полны оптимизма. Теплоход с самарскими деловыми женщинами отправляется в путь. Впереди 5 дней речного круиза, встреча с ульяновскими деловыми женщинами и экскурсия в Свияжск. Олеся Корецкая, Артем Сулайманов, События.